среду утром фьючерсы США были слегка повышены. На момент закрытия вчерашней торговой сессии Dow Jones и S&P 500 находились на рекордно высоких позициях. Сегодня были опубликованы данные по импорту-экспорту, а также бежевая книжка ФРС. Доллар США отражает смешанную тенденцию относительно основных конкурентов. Курс пары евро против доллара повышен на 0,11% и составляет 1,1078. Фунт на 0,23% повышен относительно доллара США. Его стоимость 1,3275. Пара доллар против иены понижена на 0,11%. Курс пары составляет 104,62. В фокусе внимания у наших аналитиков сегодня пара австралийский доллар против доллара США. Пара дала отскок на уровне линии поддержки 0,7575 и держится в рамках бычьего канала. Ожидается повышение до отметок 0,7635 и 0,7660. Металлы понижаются. Золото отражает технический отскок, но он должен оказаться ограниченным, так как на золото давит линия сопротивления на уровне 13,50. Ожидается понижение до отметок 13,27 и 13,20. Серебро повышено на 1,11%. Унция серебра стоит $20.40. С вами был Даниил Векслер. Вы смотрели Trading Central Web TV.